Россельхозбанк в прошлом году обещал совершить прорыв и, несмотря на пандемию, совершил. С этого начал пресс-конференцию директор алтайского филиала Николай Бойко. К примеру, большой популярностью пользуется сельская ипотека с рекордной для России процентной ставкой от 1,9%. Конечно, на старте было такое небольшое недоверие у наших клиентов. Они не могли поверить, что может быть такая процентная ставка. Ну, это действительно европейский уровень. Вот, когда подписывали кредитный договор, они его весь перечитывали. Теперь доверяют. За год жители края и Республики Алтай взяли у банка только по сельской ипотеке 1,3 миллиарда. Не менее успешно взаимодействуют с банком и предприниматели. Фермеры в этом году еще активнее берут кредиты, оставляют средства на вкладах. А банк, в свою очередь, создал собственные экосистемы. Свое фермерство и свое родное. С помощью сервисов банка бизнесмены могут закупать корма, семена, находить работников, вести бухгалтерию и, конечно, реализовывать продукцию. Наши фермеры, используя нашу платформу, расширяют географию продаж. То есть, если раньше там они могли как продавать? Либо по ранее заключенным своим контрактам, либо там менеджеры их отдела сбыта искали новых, так сказать, контрагентов, то здесь, зарегистрировавшись, да, контрагенты сами уже выходят на них. А в банк продолжают приходить новые клиенты. В этом году Россельхозбанку исполнилось 20 лет. И в дальнейшем руководство планирует только расти и улучшать условия для своих клиентов.